Всем привет, YouTube привет. Вот приехал такой к нам экземплярчик. Volkswagen называется. Это Полик. Вот, у него тут поцарапанные, помятые двери. Естественно, их надо будет поделать. Тут дверь прям заломилась прилично. Вот, и краска поцарапалась. И ребро ушло вот тут. Будем делать все равно, хоть и под покраску, но чтобы ложить меньше шпаклевки, надо все это поставить на место. Ну и вот посмотрим, как же разбираются у нас задние двери. Первое, что мы нашли здесь на двери, вот надо выкрутить шурупчик. И здесь вот, вот на ручке такая накладка, ее надо будет снимать. Вот таким ключиком. Вот такая вот выкручивается ерундистика. Вот в этом месте на двери. Вот палец залазит. Теперь смотрим дальше, как снимается вот эта накладочка. Все это надо делать аккуратно, потому что сейчас на машинах все это нежное. И надо очень аккуратно работать. Берем вот такой вот. Поддеваем и аккуратно выводим. Сейчас попытаюсь резкость настроить. Вот такие здесь зажимчики, защелочки. Аккуратненько их надо вынимать. Ну, я начинал сверху. Вот здесь вот эта защелочка наверху. Ее как бы чуть-чуть пролазишь иголочкой, надавливаешь, отводишь, и она выщелкивается. Продолжаем. Вот на двери опять же под такой же ключик есть еще что выкручивать. Есть смысл удлинитель подлиннее поставить. Вот с таким удлинителем будет получше работать. Откручиваем это все. Вот. Но я не буду это снимать. Ну, вот таким образом вот, выкрутил я здесь. Теперь, что касаемо дальше. Вот они, наши запчасти с двери. Вот они, две резиночки. Они вот здесь вот на петлях вот так вот одеваются. Это для того, чтобы нам снять дверь. Вот здесь у нас, по идее, должен быть электроразъем. Ну и ограничитель двери, конечно. Вот такую лопаточку пластиковую берем, поддеваем снизу, здесь клипсы у нас, и потом вот таким смещением вверх это дело снимается. Что мы видим здесь у нас внутри? Вот она, наша обшивочка дверей. Значит, что нам предстоит снять? Вот они, клипсочки вышли. Вот, одна осталась тут, но ее надо клипсодиром снять, поставить на место. Значит, что у нас тут есть? Вот замок и электроразъем стеклоподъемника. Ну, тут все довольно просто. Надавливаем. Вот он, выступ. Надавил, он выходит. Здесь немножко поинтересней. Здесь такой зажимчик. С ним надо аккуратненько. То же самое, он вынимается сюда наверх. Вот он у нас тросик. Он сюда впас. Вот так аккуратненько заходит сюда. А здесь у нас вот они. Вот он один выступ. И вот он второй выступ. Вот, вот здесь аккуратненько вот эти усики разгибаем, и все это дело выходит. Вон он, замочек вот снимается. Эта часть заходит вот так, опускается вниз. И здесь вот они, два усика. Сейчас резкость наведется. Вот они, два усика, которые поддеваешь. И все это дело снимается вот так вверх. Вот отсюда. Вот они, пазы. И вот они, ушки, которые надо немножко отогнуть вот сюда в сторону. Один сюда, один сюда. И это вот так вот вверх снимается. Отсюда из зацепа выходит. Ну что, для начала сейчас берем
вот эти вот клипсы, надо их снять и поставить вот сюда на свои родные места, чтобы когда собирать не было проблем. Продолжаем. Вот на своем месте вот такие у нас клипсочки. Они здесь клинышком выполнены, поэтому вот таким образом мы их снимаем и ставим на свои места, вот, дабы потом при сборке не было никаких проблем. Съемничек простой такой, китайский, вот, им очень удобно пользоваться. Ну что, далее, вот он электроразъем у нас есть, то же самое, надавливаем, он выходит. Здесь вот такие пазики. Все. Значит, динамик у нас тут приклепанный на заклепочках. Вот. Здесь мы ничего трогать не будем. У нас повреждение находится чуть там дальше. Как бы по доступу, я думаю, все нормально будет. Вот. Следующим номером, как говорится, нашей программы надо вот здесь вот ограничение открывания дверей снять, потом снять электроразъем и, выкрутив вот эти болтушочки, два, можно будет снять дверь. Как снимается эта часть? Вот здесь есть такие как бы две насечечки, на них вот так давишь, выходит верхняя часть, защелочка. Потом берем ее аккуратно за низ и выводим. Вот такой вот усик у нас внизу. И вот такая защелочка, на которую надавливаем, мы выводим вверху. Смотрим дальше. Вот они, две беленьких здесь. Вот. Два беленьких усика, их вот так отдавливаем, и этот разъем должен вот так отщелкнуться вниз. Это ограничительные упорчики. Вот он, упорчик, отдавливается, и, как в народе говорят, папа-мама выходит. Вот они, вот эти упорчики, можно чуть-чуть отдавить будет. Так, с электрикой все мы сделали. Теперь подбираем сюда ключик, ограничитель открывания дверей, и убираем ее сюда, и выкручивать надо вот два винтика, и в принципе наша дверь уже готова к снятию. Вот он, наш полик с раненой дверью. Это задняя правая дверь. Такой заломчик у нас на ребре уже поржавело. Не знаю, кто говорит, оцинкованные они. Но я, честно говоря, вижу чуть по-другому. Вот. Поцарапанная дверка. Ну и тут чуть есть. Тут, конечно, это все будет краситься, выводиться. Но моя задача — вывести вот это ребро и убрать вот эту шишку. Она вот так вот получается. Вот, ну и финишный вариант, вот такой вот, вот такая головочка. Снимаем сейчас, секунду, было включить подсветочку, значит, все у нас тут уже сделано. И снимаем вот таким, такой головочкой откручиваем, и поднимается вверх.